Здравствуйте, мои дорогие зрители, подписчики, приветствую вас на своем канале. Кто еще не подписан, подписывайтесь, пожалуйста, нажимайте колокольчик, чтобы не пропускать следующие видео. Своих подписчиков, регулярных зрителей приветствую, спасибо вам большое за обратную связь, за лайки, за комментарии, да, которые вы пишете. Это очень важно в моей работе. Сегодня тема нашего расклада будет такая. Что между нами? Настраивайтесь, пожалуйста, на расклад, представляйте вашего мужчину. Расклад, как всегда, будет общий, конкретно вашу ситуацию я не знаю, карты я читаю в общем. Но общий расклад работает так, что каждый, кто смотрит, услышит именно то, что касается конкретно его в данный момент, в момент просмотра. Итак, что между вами? Анализ ваших отношений. Рекомендую смотреть этот расклад, как и все другие на моем канале, от начала до конца информация идет на протяжении всего расклада. Ой, ну здесь вы королева чаш, между вами любовь, мужчина влюблен в вас, вы можете быть представительницей водной стихии по основному знаку или по асценденту, но между вами сейчас любовь, мужчина влюблен, вы тоже любите его, да, почему-то страдаете, я не знаю, по каким причинам вы страдаете, переживаете, не уверены в чувствах, скорее всего, вы, может быть, сейчас на расстоянии, не вместе, чего-то ждете, да. Да, вот что сейчас между вами. То есть здесь умеренность как-то проигрывается, да, то есть, может быть, отношения не развиваются так, как вам хотелось бы. Из-за этого, да, вы переживаете. Вот, не нужно переживать. Впереди вас ждет самое лучшее. Что сейчас между вами? Ну, тут может быть любовный треугольник у тех, кто знает. Только тех, кто знает, это касается, да, вы как-то нужно определяться с этим, да, но развитие отношений однозначно у вас будет еще, это не конец, мужчина вас не забыл, да, ну, я рассказываю все варианты. Значит, кто знает, что он не в любовном треугольнике, тут как бы вы определяетесь вместе с ним, да, он, вы, как вам действовать дальше, между вами страсть однозначно, вы здесь императрица, вы здесь прекраснейшая женщина, мужчина просто восхищен вами, мужчина влюблен, мужчина вас видит как свою пару, прекрасную женщину, будущую жену, мать своих детей, если это еще не так, законную супругу, да. Мужчина, здесь, кстати, проигрывается земной стихии, что сейчас между вами, это может быть он, да, земной стихии, король пентаклей, мужчина такой уверенный в себе, приземленный, который ценит материальную сторону вопроса, работает мужчина сейчас между вами, ну, денежный вопрос между вами, да, стоит. Мужчина занят зарабатыванием денег. Между вами очень сильная страсть по тузу жезлов. Сильное, очень страстное притяжение идет, сексуальное притяжение. В этом даже не сомневаюсь. Очень сильная шестерка жезлов. У кого-то здесь планируется какая-то, может быть, командировка, поездка у кого-то. Вы переживаете, не переживайте. Мужчина вас не оставит, мужчина вас не забыл и не забудет, не захочет вас терять и не готов сейчас терять. Между вами любовь, двойка чаш, анализ ваших отношений, страсть, любовь. Любовь очень сильная, высшие силы благословляют ваш союз, любовь у вас взаимная, даже не сомневайтесь, не нужно переживать, сомневаться, да, вот как там вышло в чувствах. Мужчина вас любит, мужчина здесь маг, очень сильная энергетика, отношения ваши даны вам сверху, свыше, сильные очень чувства между вами, да, отношения очень сильные, вас связывают какое-то совместное прошлое, здесь может быть, да, какие-то совместные яркие воспоминания о каких-то встречах, поездках, да, каких-то, ну, ярких эмоциях, вот, чувства здесь однозначно есть, вот, что еще между вами?
Колесница, ну, здесь вы можете быть на расстоянии, либо можете быть представителями разных культур, разных национальностей, жить или быть гражданами разных стран, разных городов, да, то есть вот это нужно учитывать, но вы двигаетесь, вас ведут вместе высшие силы, вот что между вами. Рыцарь Пентаклей тут что между вами? Ну, вы оба двигаетесь, да, к тому, чтобы отношения строить, берете какую-то ответственность, но вот чего вам не хватает, видимо, какой-то финансовой стабильности для того, чтобы все было так, как вы хотите. Преданные отношения у вас. Эта карта говорит о преданности, стабильности какой-то, да. Ну, вы здесь королева жезлов. Мужчина испытывает яркую страсть к вам. Увидит, что вы уверены в себе. Видит, что вы не отступитесь. Вы очень сильны энергетически. Здесь вы можете проигрываться женщиной огненной стихии по основному знаку, либо по асценденту. Вот. Страстная, уверенная в себе, энергичная женщина. Туз Пентаклей. Вы – это шанс, данный сверху каждому из вас. Вы для него, он для вас. Не упустите этот шанс. Да, этот яркий, прекрасный опыт, который между вами. Да, нужно вам пройти этот этап. Отношения у вас очень яркие, серьезные. И любовь здесь очень сильная и взаимная. Даже не сомневайтесь в этом. Ну, такой расклад у нас получился. Я вам желаю огромного счастья, большой любви. Прощаюсь с вами. Всего доброго. До свидания.